Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру «Ужасная смертельная башня монстров». Так, ладно, в прошлой серии мы добрались до уровня, до этажа 43. Чуть ниже находится... Ой, пардон, назад давай. Чуть ниже находится там спутник. Уже. Да, блин, по два повыше. Ты же можешь туда забраться. Не, ни хрена не может. Нормально-ка. Нормально. Так, блин, ладно, нам нужно здесь как-то взобраться наверх и это... как-то забраться наверх. Обычно наверх я забирался с помощью вот этой вот херни. Спрыгаем, подлетаем, и здесь уже это. Вот здесь вот. И туда вот за тарелку забегаем. Что-то как-то неправильно расположили эту херню эту. Как-то вообще неправильно. Неудобно. О, наконец-то запрыгали. А, тихо, успокойся. А, наконец-то. Так, ладно, теперь что? Теперь пошли быстро с этими разберемся. Будем воевать с этими большими роботами. Очкастыми. Так, сюда подошел. Больно, да? Еще сюда. Так, давай. Вот, минус один уже. Здоровье, правда, немного чуть-чуть потеряли, но... Это поправимо пока. Это поправимо. Так, тихо. Ну, развернись. Буду в тебе стрелять тут. Рожу твою. Блин. Ну-ка, подошел. Так, снизу. Вот здесь снизу. Во, молодцы. Так, теперь эти наступают. Так, подошли. Так, это осторожно нахрен. Что-то здесь это. А? Что, не нравится, да? Не нравится? Так, тихо.
Во, все, мы всех убили. Наверное. Эти все горят. А, вот еще кто у нас остался. Ну, все получается. Здоровье у нас все уже, все отсутствует. А, вот оно, здоровье. Ну ладно, окей, немного пополнили. Я в прошлой серии пипец как много здесь пытался. Так, теперь я в курсе, я в курсе. Я в курсе, я там был уже в прошлой серии. Ничего сложного там, сложного там не будет. Сложное, самое сложное мы уже прошли. Теперь пошли наверх и... Слушай, а здесь вроде была какая-то пушка. Большая. Нет, здесь ее нету. Она наверху вроде была, да? Она стреляла там волнами. Все, ладно, пошли дальше наверх. Ай, блин, забыл. Так, повредил. Здоровье, здоровье, здоровье у меня мало совсем. Дайте здоровье хоть какое-нибудь. Так, вот она, пушка. Так, тихо, тихо. Так, подожди, тихо, 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 тихо. Отходим, отходим. Нельзя, чтобы эта херня добралась. А то печально будет. Это будет печально. Так, тихо. Так, подошел. Молодец, одного ушатали. Здоровье чуть-чуть. Так, отошли. Да, все, победили. Пушка хорошая, да? Пушка мне нравится. Ну вот, теперь мы там открыли. Теперь главное, главное нигде не погибнуть, и все будет хорошо. Главное нигде не погибнуть. А погибнуть здесь особо негде. Все, побежали. Там я всех победил, здесь я тоже всех победил. Ну, эти пропали. Ну а чё, здравствуйте, все. Поднялись. О, эти еще. Погибни нахрен. Лансер. Гарри Галакси, Самюэл Сателлайт. Это что такое полетело? Что за херня такая? Yeah, we did a whole lot of those same first letter thing for a while there. The execs wanted us to go. Нормально тут народу. For a while, we were gonna go with Dick Missile, I think. The studio didn't. Так, сюда подъехали. As long as we steered clear
Ну ладно, окей, мы погибли. Там здоровья у нас было мало, так что... И чего, сейчас еще раз попробуем. Но здесь все равно рядом. А поменял вот на эту лучше. Она немного... Радиус побольше будет и... Лучше. Nacho Nova. Не, я думал, вот это включено. Yeah, we did a whole lot of those same first letter thing for a while there. Так, тихо. Успокоились нахрен. Dick, for a while, we were gonna go with Dick Missile, I think. The studio didn't care much, as long as we steered clear of Uranus and black hole. Dick Missile penetrating deep into a black hole. Так, вот еще одна пылесос большой. Ну, так, здесь мы всех победили. Это что еще такое? А, это простой актер, да? Два актера забрались в этого коня и все. И делают вид, что это какой-то монстр. А на самом деле это простой костюм. А, здоровья мало. Так, где сохранение было? Блин, далековато идти придется. Идти-то далековато. Ну ладно, окей, как-нибудь пройдем. Lancer or Lance Laser, Gary Galaxy, минус один. Samuel Satellite, Nacho Nova. That was my favorite. Yeah, we did a whole lot of those same first letter thing for a while there. Так, продолжаем лучше отойти. Так, перепрыгли. The studio didn't care much, as long as we steered clear of Uranus. Так, все, держим. Dick Missile penetrating deep into a black hole, then going to Uranus. That would have been a knee slapper. Ой. Нормально пока отражаем атаки, да? С расстояния. Так, да, пускай подзарядится чуть-чуть. Вот и все. Намного легче стало, чем в прошлый раз мы бились. Так, теперь эти полезли. Теперь полезли эти. Типа костюмы. На два человека. В смысле? Так, кружим, нормально. На еще партию. Ох, блин, еще вон сколько. Так, еще подбили. Минус один. Еще. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Вот и все. Так, внизу, снизу, где тут? С какой стороны внизу конкретно? А, понял.
Самостак, блин. Осторожно. Да успокойтесь вы там. Где тут Нейф? Так, лучше отойти уже. Чё, всех победили, да? Ага, ага. Ну чё, по наверх пошли тогда? Так, подожди, а там чё? Там я вроде был. Чё вы начинаете? Я там был уже. Там кнопка какая была, которая мне это... О, еще один такой робот. Спасибо, что он пока не открывается. А здоровья мало, а здоровья мало, а здоровья пипец как мало. О, все, и этот появился. Тихо, успокойтесь. Без паники. Ой, чуть здоровья пополнили. Вот еще чуть-чуть здоровья. А? Ай, допанул, блин, гад сидитый. Одноглазый. The prop master Ralph had intended to use some for multiple scenes, but no. Так, тихо. The way our actors were busting through them. Ralph ended up having to rebuild each of those boxes and statues and pots and all that for practically every last scene. А, хотел потянуться. Okay, though, 'cause I know he loved it. As did все, our победили. Prop master, who we ended up hiring after Ralph quit. Молодцы! Молодцы мы, да? Yes, yes. Да поднимайся ты там, чё там встал-то? Ага, до них ещё добраться нужно. Ой, ещё эта рожа. Она быстро рубится. Вот так вот. Победили. Так, у нас также по нулям вот эта вот херня, да? Золотых. Ну, а тут у нас что? То же самое. О, аптечечка, здравствуй. О, еще один. Что-то я не понимаю. А с какой стороны нужно, чтобы его бить? Так, и еще одно. Я что там, золотую взял, что ли, да? Не, мне как была одна, так, но по нулям, так и остается по нулям. Так, ладно, поднимаемся здесь, да? На лифте. I was going through a phase back in the 70s. Always had mood rings on. Several of them. I used to pick a color, and then I'd make the actors just keep doing the scene over and over until my rings turned that color. That's how you know we're achieving the right tone for the scene, you know. It used to drive Stacy bananas. Блин, я думал, допрыгнуть до тарелки. And I'd just say, huh? I don't need a ring to tell your mood right now. Я думал, я до тарелки допрыгну. А у меня-то что делать тут нужно? А. Ни херня какая-то получается. I don't even recall filming that one. Так, ладно, давайте еще раз попробуем, посмотрим, где мы ошибку сделали. А, я тараном взял, а? А, че, больно, да, неприятно? Так, все, тут минус один. К
грузовой лифт станции. Успокойся. Тоже мне тут пинается. Так, ладно, пошли. На лифт этот. I was going through a phase back in the 70s. Always had mood rings on. Several of them. Ну и теперь. And then I'd make the actors just keep doing the scene over and over until my rings turned that color. Так, тихо. You know we're achieving the right tone for the scene. А у меня тут что делать? He used to drive Stacy bananas. She'd call me names and swear. And I'd just say, huh? I don't need a ring to tell your mood right now. Что-то я не понимаю, что мне делать, а? Так, понятно. То есть меня ты в любом случае не раздавишь. Меня ты в любом случае не давишь. Ладно. Нам нужно добраться до тарелки. Это я понял. Теперь каким надо добраться? Так, мы выше. Тихо, успокойся. Не прыгай дальше никуда. И еще дальше. Мы на каком этаже сейчас? 46-й. Мы на 46-м этаже. Блин, а... Чё дальше-то? Эта херня не хочет ни вниз, ни вверх двигаться. Да это, да то и далековато как-то. А, я понял. Я понял. Понял, что от меня требует. Так, теперь сюда. Так, тихо. Кто построил тут башню? Интересно, а? Хочется увидеть этого. Архитектора этого. Кто это все придумал? Это насколько нужно быть таким архитектором, чтобы это, все это придумать. Так, где ты? Я тебя ни хрена не вижу. Ты из экрана уже улетел. Ау, ты где? Здесь его нету. А. Вот и все, да. А вот там даже крестик показал, куда нам нужно прыгать. Нам прямо крестиком показал. You know the best part about releasing this new DVD will be? All that sweet, так, дальше у нас вот такая вот херня есть. Что нужно сделать, я понял. Это. Так, быстро. Ай.
Так, успокойся. Да едь быстрее уже. Лети. Что-то я недопонимаю, куда нам дальше-то идти. Я понял, что нужно как-то вот что-то здесь про... А! Точно, есть кнопка. Тут там, там есть кнопка. Там есть кнопка. Так, побежали, побежали, побежали. Что-то как-то нелогично. Что-то как-то не совсем логично. Кнопку я увидел, она вон. Окей. Кнопка вон. Вот только толку-то от нее. Если я туда добраться не могу. А, вот так надо было, да? Нормально. И что дальше? Так, ладно, контрольная точка у нас есть, окей. Допустим, я сюда добрался. Каким-то образом. Так, тихо, тихо. Нам прям по стрелочкам показывают, куда нам нужно идти дальше. Это нас наверх телепортнет. Поднимай. Ау! Только что работало. О, наконец-то. Так, теперь сюда. Потом как-то нужно туда вниз пробраться. Так, побежали, побежали. Быстрей. А, чуточку. Чуточку там не сумели. Не сумели там чуточку все лишь. А, еще раз. Так, блин, успокойся. А, добрались. Все, беги, 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 беги. Ай. Нормально. Не, все равно это двоих. Два вообще вот контрольную точку сделаем. В теории я понял, что от нас требуется. Да, пускай уже. Я вот что-то внизу. Так, теперь ждем это. Слишком уж поздно уже. А, тихо, тихо, мы тоже тут крутимся, если чё. Если чё, мы тоже крутимся. Так, все быстро. О, добрались. Кое-как, ну добрались, кое-как.
Неприятный такой момент с прыжками этими. Кое-как мы допрыгали, это радует уже. Стой! Понятно, то есть ты тормозить не будешь, я торможение ожидал. А ты, оказывается, это... А, он да вот, он сам ездит еще, да? Вот теперь здесь подождет пока. О, уехал. Так, ладно, главное здесь как можно скорее до контрольной точки добраться. До какой-нибудь. Indeed she has. You cheated me, Doctor, and used my gold for your own schemes. Какие-то местные терки, да? The moneylender subtracting the efforts of the scientist. Did you actually think you could get away with this? Actually, I still do. My positronic shield consists of 8 energy rings. As long as even one of them remains intact. Silence, traitor! I grow tired of your incessant techno battle. As I was saying, my shield is invulnerable to your meager weaponry. And because I am an evil genius, I have fastened the energy rings to a gigantic mutant octopus. Нормальным. Вообще, докторишка. Нормально, он вырос еще. В этой игре может произойти все что угодно. Так, понятно. То есть я его победить сейчас не смогу. Надо победить сначала осьминога. Так, все, стреляем. Осталось еще. Вон сколько. Спасибо, что сказал мне тут. Что-то там сделал и... Ай, блин, ты успокойся. Ну и что дальше делать? Блин, а спрятать эти кольца в другом укромном месте не судьба, что ли, была, а? У тебя что-то с мозгами там были какие-то проблемы, да? И ты такой план хороший придумал. Я взял, да, его нарушил. Вот зачем ты сказал, вот что тебе можно так победить? Стандартное... Ай, да, забыл, это же кино, это же все. Бредни сценариста, и он так видит, да? Как он нам сказал, комментатор. Он так видит. Да. Что он так видит. Что надо, что злодей должен сам сказать, что... Как его нужно победить. Да, молодец. Все по шаблону. О, нормально, ни хрена себе, он чего так умеет. Тихо, успокойся. Не бей шупущими своими этими. Я сейчас быстренько твои колечко побью. Да, успокойся, не лезь ко мне. Да слушай, а ему ползти особо некуда уже. Это мы сейчас где находимся? Телепорт заел. А, ты чё еще за... А, тут ничего нету. Блин, ну ладно, окей. Полезли наверх. А тут у нас что тогда?
Ну а чё, дальше подниматься уже особо некуда. Где-нибудь ты тормознешь. Где-нибудь, да, это... О, ты уже все уже на эти... На какой-то красивый круг подошли уже. Давай, посмотрим. Заряжаю свои колечко. Я буду их помаленечку снимать. Так, ну чё, где? Заряжай. Нормально, тихо, успокоились. В смысле? Снизу наступают. That's what I call a well-armed defense system. You know, because it's an octopus. Не попадешь. Так, вон еще одно. Один летает. Блин, догнать бы его. А, че запнулись-то? Ну, наконец-то хоть одного побили. Нормуль, нормуль, все, не беспокойтесь. Так, он еще... Ой! Так, побежали в другую сторону. Здоровья, правда, ни хрена нету. Ну, а где ты там едешь? Едешь-то? Летаешь? И не такой побеждал. Здоровье, здоровье, правда, у меня уже все уже нет. Ну и ничего, да, где-нибудь да найдем. О, еще здесь эти и находятся. Молодцы. Здоровье, правда, спасибо. Не смейся, дурачок. Сам сказал тут мне план свой. Как можно победить, а теперь это... Смешно чуть-чуть. Смешно дураку. Да... Что нос... На боку. А мы с тобой еще, наверное, на последний этаж пойдем, да? Все, кольца у тебя уже почти сломаны. Заряжаться у тебя недолго еще будет, да? Что-то они как-то долго заряжаются у тебя, а? Большая осьминожка. Вот здесь обезьяны. Много обезьян. А у меня здоровья все равно не хватает. До нормального... Блин, успокойтесь. Ну ладно, окей, эти двое-то тупанули. Ой. Все, вышел уже, мы нет. Выше уже не пойдем. Я понял. Я ваши цели понял. Ау. Так, минус один, два. А, заряжает пушку свою. Почти упала, почти. Не успели зарядить. Ты упал. И остался от тебя только все лишь какое-то там зеленое жужа. Да я не, блин, здесь удивляться тут некому особо. That's all, folks. The greedy emperor gets what's coming to him.
The scientist learns he shouldn't play God. Spectacular monsters, large-scale pyrotechnics. This is what sci-fi is all about. And about now, we should be seeing the ending title card, the credits, and all the usual fanfare, and the music. Hey, let's not forget, hold up. That's not right. Huh? Истребитель головоногих. What is all this? What is this footage you're showing me? Sir, are you all right? В смысле? Well, goodness gracious, man, of course not. You got the wrong movie. Вы о чем тут говорите-то, а? Where did I get this footage? What did they film it when I was in the restroom? Impossible. I always used to make Carl go with me to discuss our next shot. То есть это все еще не все, да? Часть четвертая. Появляется изменяющая реальность там НЛО. Patrick, something's fishy. Something's real fishy going on. А, еще не все, да? Я уже там уже вниз уже вообще не вижу, да? Все уже? Вниз я не вижу полностью. Вход в мир Гравонии. They always stick me with the worst projects for these DVDs. Starting Monday. Открой херню эту. Что ж, мы находимся на 54-м. Ага, то есть нам еще 10 этажей прыгать придется. Ты еще кто такой, а? Unidentified life form detected. We are the true Gravorians, the original inhabitants of this planet. Похоже на резиновые игрушки. We must take care that no one else is watching us. Did you look at those costumes? Yeah, this is definitely made by the same. Да, да. Сделано одними и теми костюмерами. 60-х годов, где все это вот сам не анимация была, а так бегали, прыгали. Ух, блин, как высоковато стало. Ладно, окей. В следующей серии мы, наверное, полностью дойдем уже до последнего этажа. Осталось совсем чуть-чуточку там. И за следующую серию мы полностью это все пройдем. Злого ученого мы победили. Императора мы сбросили. Точнее, не мы, а осьминожка это. А вот что дальше будет, это интересно будет. Это будет уже интересно. Что нас будет ждать вот здесь вот. На 65-м этаже. Вот здесь вот. Вход в мир Гравории. Ну ладно, окей, давайте на этом и закончим. Все. С вами был Виктор, всем пока.